Приготовим вкусные лепешки. Для начала мы поставим вариться картошку. Здесь у меня 7 штук, картошка средняя. Пока варится картошка, мы сделаем с вами тесто 500 мл кефира. Я добавляю 1 чайную ложку соли, 0,5 чайной ложки соды. Муки у меня уходит приблизительно 500 грамм. Ее я всыпаю постепенно. Сначала тесто я замешиваю с помощью ложки в чашке, ну а далее уже это делаю на рабочей поверхности. Тесто у меня получается вот такое. Посмотрите на видео. Я его отправляю отдыхать минут на 30, накрыв чем-нибудь полотенцем, допустим. Далее готовлю начинку. Картошечку мы размяли. Добавляем сюда сыр. 300 грамм. Еще мы добавили пару головок чеснока. Можете добавить зелень. Тесто я разделила на 8 частей, сделав их приблизительно одинаковыми. На раскатанное тесто сверху мы помещаем нашу начиночку и соединяем сверху, чуть-чуть прижимаем, присыпаем мукой и раскатываем по форме своей сковороды. Обжариваю я на сухой сковороде около 8 минут при среднем огне и постоянно переворачиваю, потому что лепешечка у нас надувается. Она потом, конечно, спускается. Видите, такая вот лепешечка в процессе готовки у нас. Поэтому я ее постоянно переворачиваю, чтобы она хорошо прожарилась. И обязательно смазываем сливочным маслом со всех сторон. Лепешки получаются очень вкусные, и у нас они улетают быстро.